Друзья, здравствуйте! Начинаю второй день своего мастер-класса «Я выбираю перемены». И сегодня поговорим о философии действий. Меня зовут Наталья Сафронова, я астропсихолог, бизнес-коуч. Я помогаю людям справляться с ситуациями перемен, изменений, развивать свою осознанность для того, чтобы осознанно идти в желательные для себя перемены. Вчера мы говорили про страхи, о том, как страхи нас защищают от изменений. Они нас сдерживают, сохраняют, обеспечивают нашу безопасность для того, чтобы мы ни в коем случае не попали в какие-то перемены. Таким образом, наше подсознательное защищает нас от потенциально возможных изменений, от любых изменений, будь то они для нас желательные или нежелательные. Алгоритмы, которые записаны на страхах, они работают как защита. Ну и, соответственно, если мы защищаемся, обороняемся, то обороняемся от изменений, от перемен, то, конечно же, в изменения мы не идем. Изменения нам просто-напросто даже не светят. Ну, желательные изменения не светят, но они желательные, они проникнут в любом случае, независимо от того, защищаемся мы страхами своими или нет. Сегодня мы поговорим про неэффективные действия. Ну, страхи запускают определенные алгоритмы подсознательные, которые включают импульсы к действиям. Я бы сказала, реактивные импульсы к действиям. Что такое реактивные? Реактивные — это автоматизированные, заученные, запрограммированные такие действия, которые не требуют нашей сознательного участия. Где-то наше сознание вообще пропускает выбор, делать это или не делать. Эти алгоритмы, они влияют на то, что подсознание запускает вот эти защитные алгоритмы для того, чтобы нас как-то оберегать. И вот эти защитные алгоритмы включают массу неэффективных действий. Вот о них я вам хочу сегодня рассказать, объяснить, показать на примерах и метафорах, и на сравнении, на контрасте вам подсказать, как вообще управлять своими действиями, чтобы все-таки двигаться, воплощать задуманное и осознанно изменения в свою жизнь внедрять. Итак, страх — это сдерживающая эмоция. Ну, давайте представим, вот автобан, да, такая большая дорога, и по этой дороге едут разные машины на скорости, на такой, на ощутимой скорости. Конечно, на этом автобане по-разному, да, есть те, кто движется медленнее, кто быстрее. И ситуация такова, что здесь, не выбираем, мы все по одной дороге едем. Одна дорога называется жизнь. И на этой дороге люди едут с разной скоростью, да, то есть двигаются с разной скоростью. И вот на примере автобана это все очень понятно, да, вот есть автобан, большая дорога, машины едут на ощутимой скорости, и вот вы там, можете себя в машине представить, можете и без машины, вы стоите. Вы один стоите, а вокруг все движутся. Как у вас ощущение? Как ощущение, и, например, вы видите других, кто стоит, да? Или наоборот, вы движетесь, а кто-то стоит на дороге. Как вообще быть с тем, кто стоит? Как его успеть на скорости объехать и не сбить, да? Вот таких вот статично мыслящих людей, их тоже много. Тем, кому нужно развивать готовность двигаться. Так вот, смотрите, когда человек энергетически стоит на месте, да, мы проживаем день за днем, там новый световой день, мы утром просыпаемся, мы что-то делаем. Не сказать, что мы там бездействуем, да, наша жизнь наполнена действиями, и мы делаем, мы двигаемся, ну, скажем так, в пределах нашего привычного бытового образа жизни. Но с точки зрения энергии мы стоим на месте. Давайте разбираться, в чем разница. Смотрите, когда мы испытываем разный, какой бы то ни было страх, вчера мы подробно про это говорили, сегодня повторять не буду, то смотрите, какие на страхе действия люди запускают. Если страх как функция защититься, то человек может, например, замереть, да, вот как раз бездействие, остановиться, стать невидимым и незаметным для пространства.
Это такая, ну, опция замирания. А бывает, что люди стоят на месте и протестуют, да, то есть выражают разные протесты. Я, когда работаю в исцеляющих сессиях, уже с глубинными аспектами подсознания, то замечаю, что у людей есть такие алгоритмы. Вот человек вроде бы делает действие, да, движение по жизни, но в это движение, внутрь этого движения, зашит протест. Протест, сопротивление. Это как, например, ребенку объяснили, что, ну или там заставили, что в школу ходить надо. И вот он ходит в школу, но при этом все время выражает протест, недовольство, сопротивление. И взрослые вроде бы думают, ну зачем он это делает, все равно же ходит в школу. Но если взрослым тем же самым внимательно присмотреться к своему фоновому, вот этим эмоциональному фонову, фону, с каким фоном он делает действия. Если мы уже приняли решение, что нужно делать действие, то внутри зачем оставлять сопротивление? Вот какой в нем смысл? Но многие люди, вот, например, да, вот на этом же автобане можно представить, стоит человек на месте и выражает протест. Это все как энергетическая наша суть, да? При этом он может, например, ходить на работу, но энергетически стоит на месте и протестует, да? То есть эта энергия в моменте происходит с ним постоянно, вот эта энергия протеста. Человек может заниматься оценочностью, да, так вот оценивать все вокруг, окружающих людей, события, пространство. И вот эта оценка как подмена движению. То есть мы оцениваем, вроде такие ничего, умные даже, да, выглядим. И вот в этой оценочности, люди думают, что они двигаются, да, оценивая, критикуя, предъявляя претензии. Частенько заложен смысл улучшать все вокруг и заботиться об окружающих, или же защищать себя от какого-то несовершенства в жизни, в окружающем пространстве. Вроде бы люди делают дело, да? Действия делают, ну, мыслят, какие-то выводы делают, да, вот эти оценочные. Но оценочность, критика и претензии, они всегда сопровождаются негативными эмоциями. И там, где негативные эмоции, мы всегда стоим на месте. Двигаемся мы только тогда, когда мы заинтересованы, увлечены своей задумкой, и мы ее воплощаем. По-хорошему, вот так вот разобраться, если для того, чтобы жить и воплощать то, что мы хотим, нужно заниматься именно этим воплощением. Но люди готовы делать все, что угодно, но только не то, что им надо делать для того, чтобы воплотить жизнь своей мечты. Бывает такое, что люди много суетятся. Суета — это когда много лишних действий, никакое действие по делу. Например, этот стоящий на месте человек, он может вместо того, чтобы просто взять и поступательные движения делать, ногами передвигаться, он может, например, там, поворачиваться вокруг себя, там, не знаю, очерчивать мелом свою позицию обороны, да, там, свою вот эту зону комфорта. То есть это я все в переносном смысле рассказываю, потому что, ну, люди суетой заполняют пустоту, заполняют как будто бы собственную нереализованность. И они думают, что если они суетятся, то тоже какой-то прогресс происходит с ними. Но это совершенно не так. Суета не является поступательными движениями по энергетике. Суетливые действия — это действия, которыми мы закапываемся вот в эту луночку. То есть мало того, что стоим на месте, мы еще и закапываемся туда, в глубину уходим. Ну и разные действия, которыми люди могут, знаете, сохранять, оборонять свою зону комфорта. Там, что я называю зоной комфорта, кстати? Есть комфорт, стремление к комфортной жизни, например, да, вот не надо путать это с зоной комфорта. Зона комфорта — это набор заученных, автоматизированных, запрограммированных действий, привычных, удобных, освоенных, которые человек делает изо дня в день. Вот это зона комфорта. И, может быть, ему уже эти действия поперек горла стоят, или эта жизнь поперек горла стоит, но он продолжает защищать вот эту для себя, ну, такую освоенную территорию.
Но часто для того, чтобы построить себе комфортную жизнь, нужно начинать делать что-то некомфортное для себя, какие-то другие действия, которые помогут вам создать то событие, которое вы хотите создать. Потому что что такое быть в движении? По сути, это заниматься формированием желательных для себя событий, желательных для себя обстоятельств, желательного для себя окружения. Но для того, чтобы к этому желательному прийти, нужно, ну, в буквальном смысле слова выгребать все то, что вам жизнь подкидывает на проработку. Ну вот, например, сегодня была у меня сессия с клиенткой, и мы говорили о том, почему важно принять людей. У нее, скажем так, с этим ей досталась душа, когда душа не хотела принимать, но это я все в натальной карте смотрю. Не была согласна принимать людей, людей таких простых, нагловатых, ну, может быть, где-то быдловатых. Она говорит, ну, вот, ну, не люблю таких людей, но почему-то они ей встречаются. Она говорит, ну, есть же люди такие развитые, интересные, красивые. Но для того, чтобы ей прийти в это желательное для нее окружение, ей нужно перестать нападать на всех тех, кого она не хочет видеть в своем пространстве. Потому что жизнь, если мы, например, говорим себе, вот этих людей, там, такую категорию людей я не хочу в своем пространстве видеть, мы-то можем себе такое убеждение поставить, но жизнь это вообще по-другому устроена. Жизнь устроена как целостный организм. И жизнь не может исключить ничего. Ну, то есть жизнь я называю Вселенной. Вселенная не может исключить ни одно то свое создание, творение, которое она создала. Она не может исключить людей с определенным менталитетом или с определенным уровнем жизни, или с определенным, там, я не знаю, внешним видом. Все, кто есть во Вселенной, все зачем-то нужны. И Вселенная никого не исключит из нашего, ну, из своего, скажем так, из той реальности, которую она создала. Но люди своим там мозгом, да, хотят, ну, как-то подправить. Они думают, что вот этим вот здесь место, а этим здесь не место, они хотят кого-то исключить. Но так не работает. Мы можем их исключить из своего поля. Ну как исключить? Не так, что вот вы уходите, или я не хочу с вами иметь дело, или я бы хотела другими дорожками ездить, чем вы тут ходите. А нужно позволить этим людям быть где-то там в своем пространстве, чтобы они на вашем пути не встречались. Позволить им быть без своего вмешательства. Не бороться с ними, не нападать, не обсуждать, не уничтожать, не переделывать, не тянуть их к счастью и развитию. Ничего этого делать не нужно. Просто позволить им быть без своего участия. И тогда они там своим путем идут, а вы своим путем идете. Вы просто в этом большом мире не будете пересекаться. Но до тех пор, пока идет непринятие, да, вот по сути, что она в этом непринятии стоит на месте и обороняется от людей. То есть она нападает на людей определенных категорий. И, соответственно, что ей жизнь подкидывает вокруг этих людей, да, потому что она излучает нападение. Ну, об этом всем я вам еще позже расскажу, как вам с этим разобраться, как научиться видеть вот эти закономерности, научиться видеть мир, пространство целостным и себя как часть этого целостного мира. Попозже я вам про это расскажу. Вот, поэтому получается, что когда мы на фоне общего движения стоим, останавливаемся, и вот в этой энергетическом стопе какую-то суету наводим, то мы точно не продвигаемся к своим целям. Есть еще такое понятие, как дальновидные цели. Да? Вот давайте опять же соединим страх и действие. Тот самый страх, который нас защищает от потенциальной, скажем так, опасности, которые могут изменения принести, то этот страх нас обороняет в текущем образе жизни, да, в текущей позиции. Но к жизни нужно относиться и учитывать два фокуса. Есть стратегия, будущее, так называемая дальновидность в жизни, и есть определенные тактические процессы, да, там тактические цели, задачи повседневные. Так вот, страхи, они на страже вот этих повседневных задач, то есть они работают на то, чтобы мы свою повседневность не превратили во что-то непривычное, чтобы наша повседневность оставалась привычной для нас.
И вот мы в этой повседневности застреваем, игнорируя тем самым дальновидность, долгосрочные цели и перспективы. А наши желания и задумки – это долгосрочное, это, по сути, формирование нашего будущего. А может быть, вы сейчас удивитесь, но свое будущее мы создаем сами, своим мышлением. И мы получаем ничто другое, как то, что мы держим в своем мышлении, в своей ментальности. Поэтому для тех, кому нужно поменять, да, кому уже надоело вот в этом своем таком, да, на страже своего карточного домика сидеть, и кто хочет понимать, что интересно все-таки держать в фокусе дальновидные цели, реализовывать, воплощать свои задумки. И смотреть нужно не из текущей точки вперед, а смотреть нужно сначала вперед, а вот из этой точки дальновидности уже ставить себе текущие задачи на сегодняшний день. Какие действия мне нужно сделать сегодня, чтобы мне построить то будущее, куда я иду? И если вы будете думать, мыслить вот такими критериями, да, такой категорией мышления, то вы действительно становитесь автором своей жизни. Когда-то я очень мечтала работать онлайн, удаленно, для того, чтобы я могла жить в любом месте, где я хочу. И это было, наверное, еще, знаете, примерно 2015-16 год, когда онлайн-работа была еще, ну, она уже была, но не так уж была популярна. Вот. И было привычно там встречаться в офисах, личные встречи нужны были, куда-то надо было обязательно ехать. Если это тренинг, то он обязательно офлайн должен был быть. Если консультация, то она должна быть вот такая, с глазом на глаз. То есть онлайн-пространство в тот год, когда я о нем начала мечтать, его просто не было. И я поделилась с одной своей знакомой, и она мне сказала: знаешь, Наташ, если ты, ну, знаешь свою цель, то ты к ней иди. А если ты ее не знаешь, цель, тогда ползи к ней. Ну, а если ты не можешь ползти, тогда просто ляг и лежи в сторону своей цели. Да, ну, такая вот поддерживающая, с одной стороны, поговорка, да, ну, вот про слово ляг. Ну, бывает, что не движешься, да, еще пока в статике, но хотя бы уже в направлении своей долгосрочной цели лежишь. Имеет место быть. Вот, поэтому... ну, а что сегодня, да, как изменилась моя жизнь? И пандемия, которая многим принесла много дискомфорта, для меня это было ура! Ура, как здорово! Люди приняли онлайн. Они там хотели, не хотели, им нравилось, не нравилось, но они приняли онлайн. И юрлицы работают в онлайн-форматах, и отдельно с людьми в индивидуальном порядке мы работаем, встречаемся прекрасно в онлайн-формате, и никто вообще, ну, не против, и никакого ущерба для работы нет. Все это очень удобно. Поэтому когда-то это была цель, может быть, в сторону которой я просто лежала. Просто держала в уме эту цель, но при этом я каждый раз думала, какие сегодня я могу сделать действия, чтобы мне к этой цели, к своей прийти, да, вот к этому желательному уровню жизни или образу работы. Я думала о том, что какие мне нужно создать продукты, чтобы я могла работать удаленно. И у меня был собственный курс по эмоциональному интеллекту. Я создавала SMS-тренинги для команд, где мы прорабатывали где-то эмоции, где-то постановку задач с руководителем, где-то обратную связь. Просто в мессенджерах в SMS-формате. Была мини-лекция, было задание и отчет по выполненному заданию. И вот такие тренинги, они длились по 2-3 недели. Я могла проводить их, находясь в другой стране. Потом я думала о том, как вообще донести выгоду организациям, и искала в своем поле организации, которые находились в разных городах. Например, у меня была организация, у которой, значит, сотрудники были в 3 городах, и им хотелось обучать людей все вместе одновременно, потому что я доносила эту мысль, что когда все в одном поле, когда все друг друга слышат, когда все заинтересованы в одной и той же идее, да, когда все работают, такая вот синергия получается. И я делала все, чтобы им донести идею, что хорошо, мы встретимся физически в одном городе, но давайте мы всех еще подключим из других городов. И они начали соглашаться. То есть раньше, например, могли быть командировки, надо было физически куда-то ехать, то я, скажем так, простраивая себе свое желательное будущее, как бы я хотела работать,
я доносила мысль того, что давайте мы в онлайне соберемся. Вот. Ну и потом случилась пандемия, и это все вообще прекрасно, еще лучше заработало. И если там читала, может быть, страшные отзывы, ой, ну как же мы тут будем, весь мир в онлайн, что же это, куда мир катится? А я сидела и просто потирала ручки. Слава богу, ура! Люди посмотрели в онлайн возможности. Вот. Поэтому мы никогда не знаем, когда удача какая-то или возможность, или как-то сложится благоприятное обстоятельство, которое сформирует вам то желательное событие, которое вы хотите. И но оно не сформируется просто так, если вы не будете туда вкладывать свою энергию. То есть сначала смотрим в дальновидную цель, а потом уже себе ставим тактические задачи. Вот тогда вы будете продвигаться к вашим целям, тогда вы будете воплощать то, что вы хотите, и жить той жизнью, которую вы себе сами простроили. Поверьте, это доступно каждому. Это не какое-то чудо чудное, это каждый может для себя сделать. Вопрос только в том, чем вы занимаетесь. А еще лучше, когда вы будете уже не лежать в отношении своей цели, а идти, двигаться. Не обороняться там на фоне страхов от окружающего мира и от тех, кто в движении, а самим встроиться и принять вот этот вот поток движения. Вот, тогда будут события формироваться. Смотрите, я сегодня для вас приготовила интересную информацию. Я хочу вам рассказать, ну, во-первых, для того, чтобы вот так вот управлять своей жизнью, необходимо формировать навык осознанности. Осознанность люди вообще по-разному понимают. И даже по-разному объясняется эта осознанность. Я видела просто источник, да, там осознанность — это знание, как устроена психика. Нет, это не про это, это точно не про это. Осознанность — это понимать, почему со мной происходит то или иное. Понимаете, какая классная вещь? Понимать причинно-следственные связи происходящего. Вот это и есть осознанность. И осознанности можно учиться. Осознанность — это навык, который можно развивать. Я много лет не была осознанной. Моя осознанность начала формироваться после 30 лет. Сейчас мне 43 года. И уже вот так вот прочно двумя ножками в осознанности я последние 10 лет. Но до этого моя жизнь вообще не была осознанной. Я вообще даже не подозревала, что есть такое слово осознанность, и это какой-то навык. Это, знаете, это не талант, который дается просто раз с рождения дается. От рождения нам дается дар. Это дар самосознания. То есть мы можем и способны осознавать, да, это наша способность. И чтобы эту способность применить по делу, нужно формировать навык осознанности. Тогда вы будете понимать свои страхи, мотивации, почему к вам жизнь поворачивается тем или иным ракурсом, что вам предлагается в проработку и зачем это. Вы научитесь видеть за каждым событием ресурс для себя. Вот. Это все дает осознанность. И, конечно же, осознанность, только осознанность, это тот ключ, тот ресурс, который помогает менять свою жизнь. Осознанно менять свою жизнь, да, вводить осознанные изменения, внедрять осознанные изменения в свою жизнь, а не так, что обороняться от каких-то внезапно там налетевших ураганов изменений, когда вы этого не просили, не ждали, не звали, но сама жизнь, она просто будет вот так вот сильно-сильно качать. Вот. И как же формировать этот навык осознанности? Я хочу вам рассказать, сделать объявление. У меня 10 апреля стартует курс, трансформационный курс, который называется «Мне можно». Это трансформационный курс, который поможет вам развивать навык осознанности. И посмотрите, пожалуйста, эту презентацию до конца, потому что в конце я вам расскажу, как вы сможете участвовать в курсе бесплатно. Есть такая возможность, но об этом чуть позже. Итак, давайте немножечко про курс «Мне можно». Это второй поток. Первый поток был в августе, и было несколько положительных отзывов. Ну, не то, что несколько, каждый участник по нескольку выражал, но хочу с вами поделиться несколькими. Одна девушка уже буквально после первого выполненного задания, она говорит, я долго не решалась попросить себе повышение зарплаты. Параллельно с этим она думала, да, вот это вот ее действие в статике.
Она думала, вот, если я буду повышать зарплату, а вдруг мне откажут, а зачем я это буду делать, а вот бы мне работу поменять, ну где же ее найти? То есть такие вот размышления в состоянии статики. Стою на месте, автобан едет, я стою на месте и вот рассуждаю. И когда она, скажем так, осознала, да, там было первое задание, которое нужно было выполнить, она его выполнила и пишет мне обратную связь. Только я выполнила задание, прошло всего лишь несколько дней после начала курса. Ей приходит предложение по работе. Просто внутри она готовность к изменениям ощутила. Приходит предложение по работе с той зарплатой, которую она для себя хотела. И она говорит, ну, я набралась смелости и пошла к своему руководителю и сказала, что вот у меня есть предложение с такой-то зарплатой. Если хотите, чтобы я у вас осталась, вы мне такую же платите. Ситуация решилась, меньше одного дня заняла. Ей тут же подняли зарплату до того уровня, который она хотела, и она осталась работать в привычном для себя месте, но на других, более желательных для себя условиях. Это все произошло еще только уже в процессе курса, да, то есть еще даже курс полностью не прошел у человека, а уже вот такие результаты. Был отзыв о том, что все, что происходит в моей жизни, еще раньше я хотела всех и все обвинять вокруг, говорить о том, как это все вообще усложняет мне жизнь, то есть придиралась к окружению, но после того, как прошла курс, поняла, что ответ это все внутри. За каждый модуль, там у нас 7 уроков, 7 модулей, 7 уроков, которые открываются раз в 3 дня и занимает курс всего 2 недели. То есть это короткий трансформационный курс, в который вы получите результаты быстро. Вот, она поняла, что, ну, ответ это все в ней внутри. Каждый урок ей раскрыл ее потенциал, который нужно, собственно, с чем работать. Она все поняла, что нечего придираться к окружению. Это, ну, вообще не то, что ей поможет в жизни. Вот. И так далее, и так далее. Отзывы все вы можете почитать в презентации курса. Уже в шапке профиля висит ссылочка на лендинг, ну, на сайт, так скажем, сайт курса, в котором есть презентация, варианты участия. Но я вам еще немножко расскажу, для кого же этот курс. Курс для тех, кто вообще готов влиять на то, чтобы жизнь изменилась, готов совершить свой квантовый скачок в этой жизни. Ну, не то, что в этой жизни, а квантовые скачки на каждом этапе своей жизни совершать. Потому что если мы овладеваем инструментом осознанности, то мы можем уровень за уровнем жизни проходить и брать эти инструменты, использовать их по жизни. Это просто инвестиция в то, чтобы строить, быть автором, архитектором своей жизни, режиссером своей жизни, как хотите, скажите. Но если мы не владеем осознанностью, мы просто не знаем, на какую кнопку надо нажать, чтобы изменения произошли. То есть, если вы хотите знать закономерности, понимать причинно-следственные связи, знать, как управлять изменениями, как формировать для себя желательные, закономерные результаты в жизни, пожалуйста, присоединяйтесь, и вы сможете этому научиться. Для тех людей, кто хочет создать комфортные условия для своей жизни, счастливые отношения, встретить того человека, которого хочется, а не перебирать тех, кого вам жизнь подкидывает в проработку. Об этом всем мы будем говорить на курсе «Мне можно». И смотрите, варианты участия. Есть разные варианты участия, и каждый вариант очень комфортный. Первый вариант участия – это участие по тарифу «Стандарт». Стандарт – это участие в курсе без моей обратной связи. Вообще на курсе только я буду давать обратную связь. Все участники курса будут работать лично со мной, получать лично мою обратную связь. Но только те, кто на тарифе стандарт, они получают все уроки курса, все материалы курса, но при этом они не получают от меня за обратную связь. Этот тариф удобен для тех, кто предпочитает самостоятельное обучение, самостоятельную работу над собой, или, может быть, предпочитает накапливать информацию до какого-то там концентрационного момента и только потом как-то что-то применять. Просто есть разные, по-разному устроено развитие людей, да, мотивация к развитию разная. Тариф стандарт – это как прочитать хорошую книгу, но там упражнения, не знаю, на выбор, да, все практики предлагаются, но человек самостоятельно их делает, без моей обратной связи. По сути, это приобретение знания. Второй тариф – тариф премиум, там, где мы знания соединяем с пониманием.
не только знаю, как это, но и понимаю на своем опыте, понимаю, как это работает, пропустил через себя, через свой опыт, осознал. Это для тех, кто хочет глубже понять, глубже разобраться, не просто знать, но и понимать, как это работает в жизни. Для этого нужно будет выполнять, уж точно выполнять все практические задания в курсе и присылать их мне на обратную связь. Иногда бывает, что обратная связь, там, я прошу в обратной связи что-то доработать, переделать. Или вы начинаете делать практику, и эта практика уходит немножечко не в то русло, да, не туда. А здесь я уже прошу вас переделать, пересмотреть, направляю лучше. И начинает вот это знание, оно начинает лучше ложиться на понимание, да, на свой реальный опыт, на свою, как говорится, рубашка своя ближе к телу становится. Вот, знание, понимание. И есть еще замечательный третий вариант участия. Этот третий вариант участия включает в себя одну исцеляющую сессию. Это для тех, кто хочет знать, понимать и хочет уже трансформировать с моей помощью, трансформировать глубинно определенные алгоритмы, программы, блоки какие-то ментальные, которые осознает за курс. При этом оплачивается в тарифе моя исцеляющая сессия и 50% от тарифа премиум. То есть курс, сам курс получается с 50% скидкой. Вообще все цены очень демократичные. Эти цены может позволить себе каждый. Тариф, который VIP с исцеляющей сессией, только на этот вариант тарифа есть рассрочка от банка. Беспроцентная рассрочка на 3 или 6 равных частей. Проценты вы не платите, просто та стоимость, которая есть, вы ее разделяете на комфортное для себя количество платежей. Поэтому каждый тариф, он очень-очень приемлемый, и это действительно может позволить себе каждый. И для того, чтобы вы долго не думали, цены, вот то, что сейчас вы увидите на лендинге, сегодня открывается у нас окно продаж с сегодняшнего дня, и до 10 апреля включительно будет действовать окно продаж. За этот период будет 2 раза повышение цен. Сегодня до завтрашнего дня вы сможете увидеть самое лучшее предложение по цене. Это для тех, кто принимает решение быстро, долго не раздумывая, точно уже знает и как будто бы руки чешутся давно-давно что-то в своей жизни поменять. И это самый тут подходящий момент, когда вы уже готовы, и сегодня вы можете взять этот курс по самым лучшим ценам. С 6 числа после 6 вечера по московскому времени цены вырастут. С 6 по 8 будут действовать одно повышение цен, и с 8 по 10 будет действовать еще одно повышение цен. Цены будут повышаться. Поэтому принимайте решение так, чтобы это решение было вам на пользу, чтобы вы могли по приятным ценам для себя сделать максимум полезного в жизни. Ну а тем, кому хочется все-таки подумать, у вас есть возможность заморозить для себя выгодные цены. Что значит их заморозить? Забронировать. На сайте есть возможность забронировать за 2000 рублей, забронировать любой тариф. Просто вы оплачиваете сегодня 2000 рублей, ну до завтра, до 6 вечера по Москве, и вы получаете уже гарантированный курс вот по той цене. Просто вам нужно будет доплатить разницу к цене, но вот к сегодняшним низким ценам. И вы можете поучаствовать в бесплатном, ну не в бесплатном, да, уже как-то бонусный такой, да, такой тест-драйв пройти. Первый урок. Но программа у меня расширенная в этом году. Я делала программу более сокращенную, в этот раз программа будет расширенная. Часть уроков уйдут в вводную часть, и будет первый урок, и добавятся еще некоторые уроки, и некоторые уроки будут еще расширены. Поэтому программа более развернутая, и вы получите при бронировании получите материалы вводных уроков, бонусных уроков, и первый урок вы посмотрите. И уже после первого урока примите решение, идти вам дальше или не идти вам дальше. И при этом у вас сохранится та цена, которая вот сегодня у нас выставлена, это самые низкие цены. Поэтому не упускайте выгодное предложение и скорее-скорее действуйте. И есть еще одно предложение у меня для вас. Это будет и практика к сегодняшнему дню, и еще та возможность, как вам можно поучаствовать в курсе бесплатно.
Для этого давайте тренироваться в непривычных для себя действиях. Смотрите, для того, чтобы формировать ту жизнь, которую вы хотите, очень важный навык – это проявляться в социуме, проявляться, говорить о себе, о своих инсайтах, о своих мыслях, озвучивать их, не стесняться преподносить себя миру, людям, окружению. И для того, чтобы вам потренироваться в этом навыке, вы можете совместить полезное с приятным, так скажем. Вам нужно сделать либо скриншот, сейчас можете сделать мы экрана, да, когда вы смотрите эфир, либо же просто свой инсайт поместить в ваших социальных сетях, то есть сделать пост или сторис с отметочкой обо мне, о моем аккаунте Натали Сафронова. И эта отметка, все, кто поучаствует и вот такую отметочку сделают, завтра я сделаю розыгрыш и рандомно выберу 3 человек, то есть я дарю 3 людям бесплатное участие по тарифу стандарт. 3 человека могут получить курс бесплатно по тарифу стандарт, если поучаствуют и выполнят те задания, которые я озвучила. Таким образом, вы и тренируете навык проявляться, тренируете смелость, тренируете свою готовность заявлять о себе, и в то же самое время вы можете потенциально поучаствовать в выгодной для себя сделке. Обучаться потом бесплатно. Поэтому не тяните, принимайте для себя решение, какое-то решение из тех возможных, которые я озвучила. Идите, пожалуйста, в шапку профиля моего аккаунта, и там вы можете посмотреть и познакомиться со всей презентацией курса более подробно, какие задачи решает курс, какие ценности есть в курсе, получить ответы на свои вопросы, посмотреть отзывы. Все-все вы можете сделать там, на сайте, который в моем профиле размещен сегодня. Ну что ж, а я вам желаю жить той жизнью, которую вы хотите, реализовывать и воплощать те цели, желания, задумки, которые вас греют, которые вас мотивируют, которые являются именно вашими, и воплощать жизнь своей мечты. Ну, а я не прощаюсь, мы с вами остаемся на связи. Пока-пока. Все вопросы и комментарии пишите, пожалуйста, в директ, в комментариях или в ответных сообщениях на мою рассылку. До встречи на курсе!